Сбежать!
Все, нет. Дай мне власть.
Хочешь выпить с лучшей из лучших? Скрестим рога. Выпей до дна быстрее меня, и победа твоя. Найдется лишнее серебро. Целая гора! Давай пить! Меня бы сам Тор не перепил! Выпей все быстрее меня, и выигрыш твой. Ха! Что такое? Страх засел в глотке? У меня луженая глотка, и я хочу пить! Что тебе здесь нужно, дитя? Мне? А, прошу прощения.
ты не дитя, просто безмозглый замухрышка. Мы что, где-то встречались? Эй, ты, непотребный кусок киселя, тебя восхищать должна удаль моя. Как ты смеешь бронить меня? Это же флютинг. Я ни на что не соглашался. Ладно, будешь состязаться со мной? Буду. Вот мой заклад. Я жду. Приступай первым. Людям трепет внушает всем сила моя. А с виду просто свинья, как свинья. Ну что же ты, друг, постарайся. Я прекрасен лицом и стройна моя стать. Да тобой лишь детей, да и коты пугать. О, какой ум! Валяй еще! Признавай, в остроумии равных мне нет. Да, такой мне еще не встречался, поэт. Грубо, но я в восторге. Чудесно! Мало нынче стало достойных противников. Ты заслужил все до монетки. А я заучу кое-что из твоей брани. Всегда к твоим услугам. Прошу, не стесняйся. Все это делают у нас. Все из лучших ингредиентов. Чудно, но вернуть нельзя. Одобряю твой выбор. У меня самые низкие цены. Тебе точно больше ничего не нужно? Мне пора. Удачи.
Эй, слушай, ты вроде боевито выглядишь. Брат Волка, неужто это ты? Дорогу Эйвору! Ты Рольф, так? Мы вместе ходили в набег у северного побережья. Польщен, что ты обо мне помнишь. Стюрбьерн тогда впервые отпустил нас в такую даль. А Сигурд поспорил с тобой из-за добычи. Ты в таком возрасте еще грабишь? Нужно брать, что успеешь, пока Харальд не подмял Норвегию. Но я теперь только все планирую, а грабят уже другие. Кстати, я сейчас ищу толкового капитана. Я бы помог, но у меня давно своя дружина. Да я не про тебя. Но помочь с выбором ты бы мог. Я кое-кого присмотрел на проверку. Проверку? Хочешь узнать, чего стоит человек? Проверь его боем. Ну, показывай. Мои люди ждут у причала. В основном местные. Есть даже несколько пахарей, они жаждут подвигов. Как они в сравнении со мной и Сигурдом? Смешно сравнивать. Ты не знаешь, как велика твоя слава, Эйвор? А тебе говорят по всему побережью. И что именно? Смотря кого слушать. Больше хвалят. А прочих не волнуйся. Это они пусть волнуются. Это мои люди, Эйвор. Не самые... Вместе с тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. И кто из этих бедняк будет верховодить? Видишь, громил, Аутбьор. Говорит мало, но сил у него как у медведя. Королева Асхильд острая. И бьется зло, и голова на месте. А еще есть Торгельс. Рольф! Как там с тобой? Не отвлекайся, а то тебе череп расколят. Ладно. У него в башке пусто, а шеха гуляет. Но другим он нравится. Из моих эти лучшие. Значит, трое. Бывало сложнее. Хочешь драться со всеми разом? Ну да. В набегах царит хаос. Значит, и сейчас правил быть не должно. Только не покалечь мне никого. А то я и этих с трудом набрал. Слушать всем! Это Эйвор, брат Волка. Он уже убил больше людей, чем вы встретите за всю жизнь. Брат Волка, я про тебя слышал. Весело будет. Хотите верховодить? Деритесь с ним. Лучший станет капитаном. Не убивать, не калечить. Других правил нет. Ясно? Я вот... Давай! Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины. Есть чему поучиться. Одолеть тебя — большая честь. Oh!
мои люди, Эйва. Не самые опытные, но у них есть другие достоинства. Вместе с тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. И кто из... Да, дева, ай... О, нет. Ладно. У них хочет... Но... Я вот... Да. Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины. Есть чему учить. Тебя большая честь. Самые опытные, но у них есть другие достоинства. Вместе с тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. И кто... Давай! Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины! Есть чего получить. Тебя большая честь. Ну как, увидел все, что хотел? Да, не думал, что Торгельс сдюжит. Но он такой же упрямый, как его старик. Погоди, так это твой сын? Малыш Тор? Он же мне едва по пояс был. Он уже подрос, и рано или поздно все у меня отберет. Но таковы уж дети. Возьми за труды и чуток сверху. За то, что обжулил тогда тебя с Сигурдом. Удачи! Нужно быть начеку. Это дуэль!
Орлок, вот это интересно. Да, Орлок. Давай сыграем. Ладно, давай. Надеюсь, ты понимаешь, на что соглашаешься. Thank you.
не победить. Сдавайся. Ладно? Закончится. Как тебе такое? О, да, победа. Но ведь сегодня мой счастливый день. Сыграем еще раз? Пока хватит с меня этих забав. Осторожнее.
происходит?
Они вечны. Входи, входи. У Сульки Златоуста есть сокровища из всех 9 миров. Диковины, бесценные артефакты. И все же ты назначил им цену. Все так, о мудрый муж. Но я прошу только малую часть их цены. Вот частица Иисусова креста. И кожа змеи, что убила Рагнара Лотброка. Не впечатляет твой товар. Что это за старый башмак? Им владел первый папа христиан. Или какой-то святой. На нем благословение их бога. Да, держится он лишь божьей милостью. А этот ремень? На нем держался щит героя Сигурда в битве с великим зверем. Ха, мать как-то вышила мне такой же. А что насчет этого шлема? Его носил Хальфдан Черный, когда погиб в бою. Он защищает и приносит урожай. Ты лжешь. Этот шлем был на моем отце Варине в ночь, когда его убили. Эйвор? Ты змей, Сульке. А это вещи из моего старого дома. Сколько Кьотви заплатил за измену? Нисколько. Все не так. Я правда был там в ту ночь, но за Кьотви не дрался. Я убежал. Трус. Теперь тебе конец. Нет! Я безвреден! Это мне решать. Идея, Нидин.
жалкий корм для рыб. Здесь он чувствует себя в безопасности. Здесь мне точно не рады. Все. Norræn aðforst. Þess aftar sem að temja land úr.